Привет! С вами снова я, Настя, и сегодня со мной мой брат Илюха. Мы будем делать челлендж, ну точнее как, я буду проводить опыт над братом. Ты согласен? Да. На самом деле, прошу немножко ломать. Данный челлендж я увидела у Ани. Они с мужем пробовали разные пюрешки. Наугад нужно было угадать, какого вкуса, с чем. Сегодня моим подопытным кроликом будет мой брат, потому что на самом деле я не буду рисковать, так как мне все-таки ребенка кормить еще. Вот, а будем проводить опыт на моем брате. Ты, короче, будешь пробовать и говорить, как тебе, ладно, на что похоже. Там будут абсолютно разные. Там и сладенькие, и не очень сладенькие. Вот, придется сейчас пару минут, мне нужно будет кое-что подать. Давай моим глаза. Давай-ка. Тут вообще плотно, ты ртом будешь даже. Ничего не видно, я думаю, вот так. Нет, я ничего не вижу. Берем такой пюре. Я, кстати, тоже хотела бы попробовать. У нас тут будут посторонние звуки, у нас собака рвется к нам в комнату. А у нас, на всякий случай, миска для экстренной помощи. Так. Я думала. Открывай рот. Целиком облизывай. На что похоже? На грушевое пюре. Или яблочное. Ну, почти. Здесь яблоко с этим... клюквой и этот шиповник. Очень вкусно, но да, кисло. Кисленько. Возьмем вот это пюре. Еще подкрыть, так запечатать. Ну, кстати, сколько месяцев? С пяти тоже. Я узнаю, вкусненько, нет? Открывай ротик. Что? Морковный. А ближе ложечку, а то сейчас смешается все. Ой. Че, гадость? Да, я даже поесть не могу. Точно? Ну, вяжет язык очень сильно. Морковь, да, говоришь? Да, я говорю, что морковь. Короче, это тыква. Морковку я просто не нашла. На, воды, дай воды. Не, не надо. Нормально. Короче, вы видели кусочек? У меня там, где-то муж в волосах, оказаться опять пюре, я вся в пюре, кофта в пюре, короче, вообще диван в пюре был, вы как оттерли общими усилиями. Короче, он не смог угадать, короче, одним словом, он не смог угадать, что там находится тыква, но потому что он ее особо не ест и не любит, все в этом пюре. Пойдем дальше, надеюсь, ничего не безопасное. Вот такая вот баночка. Попробуем. Ух ты! Может, отдать надо было? Может, не надо, а? Так. Вау! Ух ты! Первый раз такой вижу. Я не хочу это есть. Дайте чуть-чуть. Говорят. Что на воды? Сейчас. Бэвэпэу, пожалуйста. Так, у нас тут миска уже это. Фу, блин. На воды попить, говорю. Это что такое? И, наверное, цветная капуста, нет? То что, точно? Вообще гадость. Да, и цветная капуста была? Короче, нет, это спокойной ночи, молочный... десерт с печеньем. Ужас какой-то. Честно, пахнет как какая-то каша, либо срыготина. Блин, мы взяли таких пару баночек, Егор, что-то. Я не очень горю желанием теперь пробовать это дело. Ты бы это попробовал бы сначала сама бы. Нет, это кошмар какой-то. Держи. Я ребенка жалко. Кстати, вот это пюре, оно стоит в одном магазине стоит, по-моему, рублей 90, в другом вообще там 130, что ли. Да, такая гадость и такие деньги. Ну, хорошо, что попробовали набрать, и больше покупать не будем. Так, пожалуй, едем дальше. Так. Возьмем вот это вот. Можно что-нибудь повкуснее, чтобы перебить этот вкус? Ну, вот я тебе взяла. Что-нибудь более съедобное. Блин, они тут...
закрыли, фиг откроешь. У нас сегодня будет целый день пюре, потому что пюре надо будет доедать. Да не боись, ты облизну посильнее. Ложку облизни посильнее, чтобы не смешивалось. Что напоминает? Персик. Кстати, от фирмы Бобби Вита. Вкусная. Груша? Да, ты угадала, это груша. Это фирма с пеленок. Совсем чуть-чуть дам. Открывай рот. Чуть-чуть прям? Да, чуть-чуть совсем, там даже накрыть. А посильнее ты рот можешь открыть? Погоди, Милка! Где она? Где? Где Милка? Видишь, куда и быстрее. Фу, что за... Блин, вот ты отвечай, капуста. Да? Ой, да. Фу, блин, это кошмар какой-то. У меня сейчас будут подтеки, потому что это вообще... О, фу, блин, запах. Может быть, тогда продолжаем. Я наплакалась со смеху. Ой, так, у нас осталось 5 баночек. Что, Егор? Ой, какой Егор. Или что-то жесткого, или посладенького? Да, что-нибудь фруктовое, если еще есть. Ну, давай фруктовое. Это у нас с 5 месяцев. У нас там за дверью смеются тоже. Потому что Егор только-только недавно ел вот именно вот это с пеленок. Фрутоняне, кстати, маму давали. Цветная капуста воняет еще хуже, чем вот с пеленок. И по вкусу, ну, по виду Егора аж блевать хотел. У него тоже ротный рефлекс сработал. Ё-моё, пока крошу эти банки. Да я открою. Да все, я уже, я справилась. Это фрутоняне? Нет, фрутоняне. У меня сегодня нет, кстати, фрутоняне здесь. Кроме этой маленькой, по-моему. Ну, самая вкусная. Самая первая была фрутоняне. Так, это с 5 месяцев у нас. Только побольше дай, чтоб я... Перебила, а я не знаю, вкусно будет, не вкусно. А, блин. Ну не, она фруктовая. Да. Ну пошире рот открывай. Зубы мне тут сойдут. Ничего похоже. Чё? Персик? Ну ещё одну. А, блин, нет. Тут сложная комбинация. То есть там несколько? Угу. Сейчас. Какие-то ягоды, наверное. Угу. Потом... Сейчас. Яблоко нет. Да, яблоко есть. Так. Ну еще а что? А ягодка какая, угадай? Ягода? Наверное, какая-нибудь... Брусника, нет? Черника. Черника. А, ничего тогда, дайте тебе запить еще. Нет, нормально. Нормально, еще тут тоже надо распаковать. Это что хотя бы, скажи? В смысле, что эти? Ну, не фрукт или там овощ какой-нибудь, не знаю. Не фрукт. Черт. Ну, осталось мало сладеньких. Зато много... Не, ну осталось все у нас. Вот это и еще эти, как его... Ага, еще... Короче, это и 3 баночки, 4 банки всего. Так. Это у нас тоже 5 месяцев. Сейчас сразу оценим, что можно ребенку потом давать или нет. У нас, кстати, нравится кабачок, но цветная капуста так себе. Кабачок. Поменьше, если что, давай, если это. Угу. Сейчас я перемешаю, чтобы на крышечке. И теперь открой рот пошире. Закладывай. Так, держи миску. У нас уже миска заполнена всяким шлаком. На что было похоже такое? Было похоже как на святую капусту, только чуть-чуть другого вкуса. Да? Это был кабачок? Ну там есть кабачок, это сложная комбинация. Опять? Что? И овощи какие-то. Ну да, еще овощи. Овощи еще какой-то. Там кабачок, морковка, сливки.
Сливки? Ну, молоко надо запей. Не, нормально. Нормально? Мне просто смесь какая-то липкая слишком. Это у нас 6 месяцев уже. Ну, тут такое. Тоже сложная комбинация. Открой рот. Я даже вкуса не могу это представить. Чего? Я не буду это проглатывать. Мне просто не знаю, что это такое. Ну это овощ. Вообще будто, не... Может какая-то смазь. Да, блин. Не знаю, вкуса нету. Что это такое? Я сейчас оборвусь. Брокколи, что ли? Это рагу из овощей с индейкой. Тор тоже, видимо, хочет попробовать. Так, это тоже с 6 месяцев. Ой. Потом передадим папе. Папа у нас более такой сильный. Так, тоже чуть-чуть тебе, да. Открывай вам. Стой, я запах чувствую. Чем пахнет? Ну, я не знаю. Ну, кстати, запах более-менее. Воды и мисс. Это было на что похоже? Не знаю, честно, блин. Вообще не догадываешься? Это была индейка. Индейка? Это вообще на индейку не похоже. Хотя, если я бы там прожевал бы, не знаю. Но по запаху... На курицу слишком похоже. Но это индейка есть курица, как курица. Похоже, по запаху она копченая была. Да, запах такой был. Так, осталась одна баночка. Последняя. Не бойся, это вкусненько. Все, последняя точно? Да. Нет, это кошмар. Короче, нам не нравятся овощные, нам нравятся только сладенькие. А это понятно. Как Егор будет, я не знаю. Я не понимаю, как он вообще это ест. Но он еще пока не ест, ему пока еще рано. А. Он только кабачок ест. Так, тун-тун-тун. Это у нас 4 месяцев. Ой. Блин, не такие крышки. Вот, все. Ну это легко угадаешь. Открой рот. Персик наконец. Да, персик. Ну, короче, это была наша последняя баночка. Надеюсь, вам понравилось. Было смешно, как Илюша тут чуть ли не обливался от еды. Давай снимем тебе повязку. Ой, твои впечатления. Жуть, мерзкое все. На камеру смотри иногда. Это очень было невкусно. Особенно овощи, и особенно это капуста. Реально воняло, не знаю, какие-то тушеные, какие-то тухлые носки. Мне стало очень от нее плохо, что мне пришлось... Бежать в ванну. Блин, да. А момент с тыквой, это, конечно, тот еще казус. Сейчас мне придется пылесосить. На этом, пожалуй, все. Если вам понравилось наше издевание, точнее, мои издевания над братом, ставьте пальцы вверх, пишите, может, какие-то идеи для челленджов, если хотите еще раз увидеть Илюху в кадре. Да. Он у меня высокий, поэтому я сижу так, чтобы казалось, что я выше. На этом, пожалуй, все. Всех люблю, всех целую. Да, прощаться-то. Пока-пока. Да, всем пока. Пока. Короче, мы решили попробовать дать пюре еще собаке. Вдруг ему что-то понравится. Проверим, кстати, мясная, насколько она ему реально будет похожа на мясную. Это как расцеплено. Нет. На. Она облизывается, но, скажем, жрать я это не буду. Нет?